напередодні. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан просив видати ордери на арешт лідерів Ізраїлю і Хамасу, заявивши, що може довести причетність очільника ісламського руху опору, а також голів політичного бюро військового крила Хамасу до вбивств, захоплення заручників, катування, зґвалтування і сексуального насильства над в'язнями. І також прокурор каже, що зібрав докази, які свідчать про відповідальність глави уряду Ізраїлю Беніаміна Нетаньяху і міністра оборони Йоава Галанта за воєнні злочини в секторі Гази. Євген Сова, віце-спікер Кнесету Ізраїлю і депутат партії «Наш дім Ізраїль» доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Євгене, доброго вечора. Вітаю вас. Пане Євгене, доба фактично минула, відколи стало відомо про це рішення. Що станом на сьогодні говорять про це в Ізраїлі? Як коментують це рішення? Бо справді виходить, що в одному ряду стоять терористи Хамас, які вбивали мирних ізраїльтян, Путін, який вбиває мирних українців, і прем'єр країни, яка, по суті, так само, як і Україна, захищає своє населення від вбивств. Така цікава логіка. Ви дуже подробно все самі описали, в тому числі реакцію некоторых политиков в Израиле, в том числе президента страны. Конечно же, я как представитель оппозиции скажу, что это вопиющий случай. У нас хватает критики в адрес премьер-министра. И когда мы ведем здесь внутриполитические баталии, мы очень сильно критикуем и критикуем за неспособность правительства довести до конца операцию. И в конце концов мы критикуем правительство за вопросы, связанные с экономическими какими-то последствиями войны. Но когда речь идет о таком вопиющем шаге, на который решился все-таки прокурор Хан и пошел на такой шаг, не очень понятно почему, потому что он был в Израиле. То есть он приезжал в Израиль, его даже здесь встречали в Израиле, ему объясняли, вообще показывали. В конце концов, надежды здесь не было, что он полюбит Израиль в результате визита, но, по крайней мере, здесь оценки, насколько мне известно, и я нахожусь в комиссии по иностранным делам и обороне, я нахожусь также в подкомиссии, которая занимается внешними делами и разъяснительной работе. Оценки все-таки были такие, что он не будет спешить со своим решением. То есть да, он на него оказывает давление, некоторые страны, в том числе в Европе, которые не особо любят Израиль, но тем не менее, так как его каденция длинная, и никто его не заставляет, никто не сидит с ним с мечом над его головой, поэтому такие оценки были такие, что проблема не будет с криминальным судом, то есть с ICC, а проблема будет с Международным уголовным судом, там, где открыто дело, где ведется слушание против Израиля, куда обратилась Южная Африка, и вот совсем недавно, на прошлой неделе, в четверг-пятницу, были два заседания, где 15 судей сейчас взвешивают возможность вынести ордер на немедленное прекращение огня в секторе Газа. Вот Международный суд в ООН – это такая была, знаете, головная боль израильской дипломатии. Более того, даже мы не принимаем ни Международный уголовный суд, ни Криминальный суд. То есть мы не подписаны под римским статусом, как Израиль, и мы до недавнего времени не признавали полномочия, собственно, Международного суда ООН. Но Израиль принял решение отправить туда делегацию, сейчас говорю про суд ООН в Гаге, в надежде, что можно будет как-то объяснить международному сообществу, что Израиль, в конце концов, это демократическая страна, у нас независимый Верховный суд, у нас многие действия правительства критикуют Верховный суд. В конце концов, я вам расскажу, вашим зрителям, что в израильской армии есть специальный отдел при военной прокуратуре, который называется Международный отдел. Этот отдел работает с первых дней войны. В этот отдел обращаются многие разные организации, в том числе организации, которые действуют на территории Израиля и далеко не дружелюбны к Израилю. Они, например, собирают там различные показания, в том числе в эти организации поступают доносы, я бы сказал, причем доносы, которые не имеют никаких под собой оснований. И все это передается в военную прокуратуру, а дальше военная прокуратура разбирается. Скажем, нельзя исключать случая, что солдат, например, какой-то солдат мог превысить полномочия, когда перед ним там находится кто-то там из, не знаю, города Газа, там квартала Джибали или Рафеха. Но в этой войне, в секторе Газа, таких случаев практически нет. То есть все попытки приписать израильским солдатам якобы там мародерство, воровство, не дай бог тут говорили, что кто-то насиловал, все это чушь, полная чушь, потому что операция настолько
масштабное и серьезное, что это не просто зашли в какую-то палестинскую деревню, сидели там несколько дней дома, пытались найти террориста, потом вышли, оказалось, что какой-то солдат взял кошелек с деньгами. Нет. Поэтому для этого существует в военной прокуратуре специальный отдел. Если есть подозрения, то это все идет в Верховный суд. Верховный суд сам умеет наказать тех, кого нужно наказать. Поэтому мне, не только мне, вообще многим политикам в Израиле, непонятно такой шаг прокурора уголовного суда. То есть им понятно, понятно, что человек движет, знаете, какая-то такая антисемитские какие-то настроения. Человек хочет показать ненавистникам Израиля, что можно наказать Израиль. Но тут я отмечу очень важную вещь. Мне кажется, что прокурор Международного суда не учел одну вещь, уголовного суда не учел одну вещь. Буквально сегодня ряд конгрессменов США уже начали инициировать законодательство, которое накажет за такие двойные стандарты, причем за стандарты, когда на одну сторону, на одну чашу весов ставят руководство Израиля и, собственно, отпетых террористов, таких как Ихья Сидвар, который сидел в тюрьме за убийство, или там Исмаил Ания, или Мухаммад Деф, который является главным идеологом вообще палестинского террора. И если это дойдет до законодательства в Конгрессе, то в Конгрессе есть возможность сделать это, несмотря на разногласия между республиканцами и демократами. Поэтому я думаю, что если все это видит сегодня прокурор Карим Хан, он видит то, что происходит, то я не уверен, что он сегодня захочет вообще, чтобы суд принял его просьбу и утвердил вот этот ордер на арест. Потому что кроме такого не то чтобы негодования, кроме такого презрения в Израиле здесь ничего хорошего про этот суд сказать не могут. Поэтому я думаю, что все-таки давайте дождемся решения, давайте посмотрим, что примет суд, потому что судьи криминального суда должны утвердить просьбу, а дальше посмотрим, какова будет реакция. В любом случае, вы только что сами процитировали и президента Байдена, и процитировали ряд других европейских политиков, которые выступили на стороне Израиля. Вот я слышал, что даже Польша совсем не сегодня, буквально несколько часов назад, руководство Польши выступило тоже с критикой этого решения. Пане Євгене, ну, вот, в общем, это то, что происходит в Израиле. Та, да. Пане Євгене, з цими країнами, які виступили в підтримку Ізраїлю, зрозуміло, так? І там Джо Байден пригрозив санкціями теж Міжнародному кримінальному суду. А от як ви пояснюєте позицію там от Бельгії, Словенії, Франції сьогодні, які кажуть, ну так, от закон має бути один для всіх, і в принципі ми розуміємо. Тобто, як це може позначитись на стосунках Ізраїлю з європейськими партнерами, країнами, які от висловлюють таку позицію? Это хороший вопрос. С Бельгией у нас не очень хорошие отношения на парламентском уровне, там практически в парламенте. Я, кстати, год назад был с группой депутатов в Брюсселе. Там, по-моему, один или два депутата, которые вообще готовы встречаться с израильскими парламентариями. Это не означает, что с Бельгией, страной, там нет торговых отношений. Но да, Бельгия не дружественная страна в Евросоюзе. Словения, к сожалению, тоже страна, которая почему-то примкнула к вот этой там четверке стран, там кроме Ирландии, Бельгии, собственно, Бельгия, Ирландия, Франция нет. Франция, не могу назвать, что Франция не дружественная. Франция относительно нейтральная страна, хотя у французского, у лидеров Франции тоже были заявления неоднозначные, потому что у Франции есть свои интересы на Ближнем Востоке, Франция очень близка, например, к Ливану, там пытается сейчас быть посредником в разрешении нашего конфликта с Хизбаллой, потому что в любой момент может вспыхнуть война, и у нас продолжается 8 месяцев такой пинг-понг. Но вот Словения почему-то выбрала такую линию, тоже антиизраильскую. Внутри Евросоюза всегда идет такая непростая динамика. У нас есть друзья в Евросоюзе, прежде всего это Германия, которая крупнейшая страна Евросоюза, которая блокирует те или иные антиизраильские инициативы. Но вы задали очень правильный вопрос, потому что отношения между странами – это не только отношения на уровне лидеров, это отношения в вопросах бизнеса, это отношения на уровне науки, в конце концов, когда принимается решение в Европейском Союзе сотрудничать, например, с Израилем или нет, то берется в расчет, конечно же, в том числе и ситуация в области политики и безопасности. Например, вот вчера в Израиле
несколько крупных профессоров, представляющих университеты, например, написали письмо, в котором утверждают, что за последние месяцы войны к Израилю очень стали плохо относиться именно в академических кругах. То есть, например, если, скажем, люди занимаются наукой, а Израиль одна из ведущих стран в этой области, и нужно как-то кооперировать свои знания, передавать знания, в конце концов получать материалы для исследований. Вдруг наши многие исследователи столкнулись с таким, знаете, игнорированием, например, когда видят, что приходят, например, там мейлы из Израиля или приходят, например, просьбы от израильских научных исследователей, крупных, ведущих, мировых исследователей, получить, например, там запрос на там предоставление какой-то информации или предоставление каких-то материалов, то очень часто некоторые так думают, такой, знаете, сделать итальянскую забастовку. И, конечно, это вызывает опасения, потому что, в конце концов, мы часть мирового такого содружества, но вот есть страны, которые не дружественны к нам, мы с ними, естественно, меньше общаемся, а есть страны, которые, как я уже сказал, Германия, Италия довольно очень, очень положительно к нам относятся, Австрия, Польша, в конце концов, страны Восточного блока довольно хорошо относятся к Израилю, вот есть эта четверка, Венгрия тоже в хороших отношениях с нами. То есть есть страны, которые, к сожалению, выбирают линию. Шотландия, вот я вспомнил, четвертая страна, Шотландия, которая тоже очень негативно относится к нам. Но так, в принципе, большинство стран Евросоюза занимают такую нейтральную позицию. Ну, а Германия, естественно, одна из крупнейших, один из крупнейших наших союзников после США. И, конечно же, мы дорожим дружбой с Германией сегодня. Пане Євгене, дякую дуже за розмову, за роз'яснення, за бачення ситуації. Євген Сова, віце-спікер Кнесету Ізраїлю і депутат партії «Наш дім Ізраїль».